Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армения Арцаха борются за свое существование. Франция должна им помочь. Фигаро. Турки бежали, наши ребята гонят их. Ходит Косюнц о ситуации у Шуши. В результате встречи с сопредседателями Минской группы была достигнута договоренность не наносить удары по гражданскому населению. Опасные последствия применения белого фосфора в Арцахе. Около 50 турок вторглись в католическую церковь в Вене. Подготовлен проект по восстановлению 1200-летней церкви в провинции Харберт Западной Армении. Более 40 авторов умоляют Эммануэля Макрона помочь армянам Нагорного Карабаха, которым серьезно угрожает военное наступление Баку, поддерживаемое Эрдоганом. В то время как возмущенные и расстроенные ужасным убийством учителя, а затем варварством в церкви Ниццы, французы задаются вопросом о корнях этого варварства и средствах его искоренения. В 3500 километрах от их дома разыгрывается еще одна драма, в которой то же самое варварство, но только в действии. Карабах-Арцах, согласно его армянскому названию, также подвергается варварству. В течение последнего месяца армяне ведут там драматически неравноценную, отчаянную борьбу против турецко-азербайджанской коалиции, которую поддерживают сотни наемников-джихадистов. Дело не только в далеком территориальном конфликте из-за нескольких акров земли, потерянных в центре Кавказа. Это касается всех нас. Армяне сражаются с одним врагом. Полная статья доступна на нашем сайте. На вопросы Media Lab ответил Рудик Хусюнц, главный советник президента Республики Арцах, посол по особым поручениям. Господин Хусюнц, вчера президент Арцаха, объявил, что противник находится в 5 километрах от Шуши, а сегодня стало известно, что армянские силы отбросили врага. Какая сейчас ситуация в Шуши? Я с утра находился в этом участке с нашими ребятами, теперь в этом ущелье все чисто. Президент отдал приказ о проведении спецоперации, и наша армия обороны с честью их провела. В результате наших точечных ударов группировка противника несколько сотен со вооружением и техникой была полностью уничтожена. Среди них есть чернокожие, арабы и также турки. В частности, турки прошли специальную подготовку спецназа НАТО. Наши военные преследуют их, расчищая территорию. Не волнуйтесь, задача всех армян сегодня сделать все, чтобы мы могли сохранить наш Шуши, наш символ, как библейская гора Арарат. Если мы потеряем Шуши, мы потеряем зрение. Сохранение Шуши – священный долг всех армян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шоффер выступили с заявлением, которое размещено на официальном сайте ОБСЕ. Сопредседатели провели отдельные совместные встречи с министром иностранных дел Армении Зуграбом Нацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана в Женеве 30 октября. Сопредседатели еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с совместным заявлением Москвы от 10 октября, которое стороны подтвердили 17 октября в Париже и 25 октября в Вашингтоне. Стороны договорились предпринять ряд шагов в срочном порядке, в том числе. Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обнаружению останков и обмену ими на поле боя, предоставив Красному Кресту необходимые гарантии безопасности для содействия. В течение одной недели стороны передадут Красному Кресту список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена. Стороны предоставят в письменной форме комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов верификации прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября. Азербайджан использует оружие с белым фосфором в лесах возле населенных пунктов Арцаха. Поскольку это оружие содержит множество опасных для жизни человека элементов, необходимо знать действие белого фосфора и определенных правил оказания первой помощи. Белый фосфор – запрещенное оружие. Это чрезвычайно токсичное вещество, обладающее рядом неприятных свойств. Во время горения прилипает к любой поверхности. Белый фосфор всасывается в кровоток, после чего влияет на почки, печень и систему кровообращения. Белый фосфор также влияет на дыхательные пути человека. В этом случае часто возникает сильный спазм, который приводит к летальному исходу. Неопытный человек не может помочь пострадавшему. В таких случаях очень велика вероятность, что человек, оказывающий помощь, получит ожоги от этого токсичного вещества. Действие при воздействии фосфора. Белый фосфор разжижается при температуре 44 градуса, поэтому ни в коем случае нельзя использовать горячую воду. Смочите прокладки в физиологическом растворе и обработайте рану.
цель которой – предотвратить попадание кислорода и предотвратить сжигание фосфора. Холодная проточная вода эффективна, но существует риск того, что струй воды может распространить фосфор на неповрежденную кожу. Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь святого Антония Падуанского в районе Вены Фавритен, сообщила в пятницу газета «Курьер» со ссылкой на полицию. Сообщается, что в четверг вечером 50 вероятных злоумышленников проникли в храм и устроили там дебош. Как пишет газета, нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Тем не менее, согласно информации правоохранительных органов, инцидент попал на видео. В земельном ведомстве по охране Конституции полагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Полиции удалось установить личности 10 молодых людей. Они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка, передает РИА Новости. Информацию о происшествии подтвердили австрийскому агентству печати в полиции Вены. По данным издания «Кроненцейтунг», церковь закрыта по соображениям безопасности, передает ТАСС. 1200-летняя церковь Мариам Аствацацин в селе Хабаб в провинции Харберт в Западной Армении продолжает борьбу со временем. Согласно письменным источникам, до IX века церковь использовалась как лечебница для умственно отсталых, а в 1900-х годах местные жители использовали ее как мечеть. Здание, которое 40 лет использовалось как мечеть, пустовало после постройки новой мечети. Историческое здание, существующее веками, находится под угрозой обрушения из-за природных явлений. В этом году под эгидой Министерства культуры и туризма администрации Харбертского музея был подготовлен проект, параллельно с которым внутри церкви проводились работы по внутренней очистке. Сообщалось, что в случае утверждения проекта, подготовленного после текущих работ, историческое здание будет обязательно восстановлено. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Наирян Вокал Ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!